Позвольте с нами сфотографироваться. Дамы и господа, внимание, внимание! Дамы и господа, внимание, внимание! Торжественная церемония вручения Всероссийской поэтической премии, послушайте, имени Велимира Хлебникова объявляется открытой! Thank you.
Дорогие друзья, вот таким необычным способом открылась российская поэтическая премия «Послушайте» имени Велимира Хлебникова. И, собственно, вот кто не знает, кто я такой, сейчас узнает. Я президент премии «Послушайте» имени Велимира Хлебникова. Собственно, как бы я ее в этом в каком-то смысле придумал, основал, ну, еще с одним человеком, но его мы раскроем лет через 10 с кем. Да, еще я сумасшедший поэт, поэтому буду вести себя неадекватно в каком-то смысле, но вежливо, насколько это возможно. И сейчас я бы хотел, конечно, в первую очередь позвать сюда, на эту сцену, тех людей, ради которых мы, собственно, и собрались, а именно финалистов. Итак, внимание! Финалисты поэтической премии «Послушайте» имени Велимира Хлебникова 2012 года! Андрей Орловский! Ну, Андрей Орловский, вы где? Что тормозим? Андрей Орловский! Арспегас! Арсений Молчанов! Михаил Безликий! Михаил Безликий! Эй, поэты за сцены, выходите все сразу. Это все, это ваш выход продуманный такой, красивый, не получается. Выходите все сразу, я вас представлю. Все, идите сразу. Все, кто еще сейчас за сценой. Саша Бес! Саша Бес, поклонитесь. Семен Исаев! И Стефания Данилова! Вот они, герои! Значит, дорогие друзья, априори, чтобы не было слухов и всего, сразу сообщаю. Для нас, для оргкомитета премии «Послушайте», это настоящие удивительные поэты. Вот. А дальше мы уже судили и старались заставить наших судей, чтобы они судили именно за дела. То есть, кто где, какие стихи там исполнял, кто за собой поэтов вел, и вот такие залы организовывал, как я сейчас. То есть, я должен был получать эту премию все 3 года подряд, в первую очередь, конечно. Спасибо. Но у нас все-таки премия именно молодых поэтов до 30 лет. В каком-то смысле она дается за будущие заслуги, то есть, что поэт может еще совершить кучу дел. То есть мы как бы прогнозируем в каком-то смысле. И хочу еще объявить еще одну вещь, что в конце нашего первого отделения вот этого вручения нам еще, у нас очень много интересного, Юрий Юлианович Шевчук нам послание аудио сделал, мы его обязательно опубликуем. У нас еще вот от Елены Григорьевны Тропека пришла вот представитель Ольга Алексеевна Баландина из Госдумы и тоже нам что-то скажет именно как послание. У нас еще много-много всего кто, и вот здесь вот на первом ряду они сидят, вот, это замечательные, удивительные люди. И сейчас, конечно, поскольку мы... Александр Абрамович, вот скажите, можно вас на секундочку? Александр Абрамович Русь. Вот я вас позвал, чтобы вы вручили номинацию, и вы ее сделаете, вручите. А можно вас попросить вызвать сейчас вот на эту сцену хозяина, хозяйку, того человека, кто, так сказать, благодаря которому мы здесь все собрались, этого помещения. Хорошо. Если у этого помещения есть хозяин или хозяйка, будьте добры, выйдите, пожалуйста, сюда. Пожалуйста, аплодисменты хозяйке. Генеральный директор гостиного двора! Просто Володя не сказал, кого я вызываю, я поэтому так странно вызвал, но я считаю, что нам всем очень повезло. Дорогие друзья, позвольте приветствовать и лауреатов, и гостей сегодняшнего мероприятия. И, наверное, я не открою секрет для многих сидящих в этом зале, что гостиный двор
находящийся в самом центре Санкт-Петербурга, являющийся его сердцем. Нам в этом году исполнилось этому зданию 227 лет. И много-много лет он был не только местом для торговли, а тем местом, который был частью культурной жизни нашего города, и когда город был столицей, и многих-многих мероприятий. И вот уже на протяжении достаточно длительного периода времени мы возрождаем эти традиции, и здесь, в гостинке «Арт», собираем и проводим много мероприятий, которые оставляют заметный след в культурной, спортивной, мы даже турнир по домино здесь проводили, спортивной и в других областях жизни нашего города. Поэтому позвольте всех вас приветствовать, я надеюсь, что вам у нас будет комфортно. Лауреатам позвольте пожелать дальнейших творческих успехов. Тем, кто не стал лауреатами, тем более, что это премия для молодых, хотелось бы пожелать и сказать, что у вас еще все впереди, у вас у всех еще будут новые победы. Ну, а лауреатам от гостиного двора вручат дисконтные карты наших постоянных покупателей. И мы надеемся, что вы будете приходить сюда не только получать премии, но и за покупками. Ну и всех присутствующих я приглашаю в наши торговые залы. За покупками у нас есть товары, которые тоже достойны высокой похвалы покупателей. Спасибо. Спасибо огромное. А вот теперь наступает тот момент, когда мы здесь все собрались, старшее поколение, младшее поколение. Вы знаете, премию «Послушайте» основал Театр поэтов «Послушайте» в 2010 году. А Театр поэтов «Послушайте» вместе со мной основал тот человек, имя которого сейчас назовет Александр Абрамович Друзь, и которому Алексей Германович Лушников вручил картину. Внесите, пожалуйста, черный ящик. У нас еще черный ящик есть. Та-та-та-та, музыка, где? Где фанфары? Звук, звук, где? Я должен еще музыку давать, и вам эту музыку. Черный ящик! На сцену! Спасибо, спасибо. Достаточно. Можно плавно уводить фанфары, да? Значит, Александр Абрамович, вот вы сейчас откроете, ну, я, конечно, могу спросить вас, что там. Там лежит диплом, естественно, вот который сверху первый берите и объявляйте, кто. Диплом, на котором написано «Гуру лауреата Всероссийской премии имени Велимира Хлебникова, послушайте, за заслуги в деятельности театра поэтов «Послушайте» награждается поэт Людмила Александрова». Людмила Александрова! Круто! Она не знала! А не кричи, горло сорвешь, не телеграфу. Это мне нужно довести. И картину, пожалуйста, картину. Нет, еще не все. Картину вынесите, пожалуйста. Алексей Германович Лушников оказался еще и художником, не только членом жюри нашей премии. Господа помощники, Алексей Германович, можно вас? Встаньте, пожалуйста. Вот. Художником он не оказался. Это так, баловство. Добрый вечер. Ну, Алексей Германович, скажите, пожалуйста, вы судили нашу премию, да? Вы еще член жюри, да? Вот у вас есть какие-то пару слов впечатления о том, что вы видели вообще? Я совмещал гендерный признак и некое стремление к девичьей поэзии. Вот некое такое вот совмещение, мне кажется, дало результат вот в этих самых вот результатах. Надеюсь, он оправдается в будущем. Конечно же, я голосовал за женщину, и, по всей видимости, как я здесь убедился, красивую, поэтому, надеюсь, да, я буду держать кулаки. Картину Лушникова где? Вынесите все картины вообще тогда. Ну что такое-то? Ну, Алексей Германович... Вот не досмотрел я. Не досмотрел, Володя. Почему? О, это ваша? Хорошо. Ну тогда вручайте. Фанфары давайте, фанфары.
гору лауреат премии, послушайте имени Владимира Хлебникова, Людмила Александрова! Спасибо, Александр Абрамович. Спасибо. Люда, а со мной вообще не хочешь там поцеловаться, руку пожать там? Как-то вот, с президентом премии. С президентом? Объясняю, она не понимает, почему она гору лауреата премии послушать. Значит, в 2003 году до 2003 года, в 1998 году, было движение «Послушайте», которое мы всякие акции безумные устраивали в этом Петербурге. Вот. И потом все-таки все это шло-шло, и именно Людмила Александрова вот сюда вот гвоздик била и говорила: «Вова, делай театр поэтов, делай театр поэтов». Я его начал делать вместе со мной. Первые, все, что происходило 5 лет на Пушкинской, 9, когда у нас был театр поэтов, который вот сейчас считается легендарным, а тогда нас все ругали так же, как и сейчас иногда. Вот. Именно Людмила Александрова, тот человек, без которого невозможен был бы в свое время театр поэтов послушать. Вот так. Хорошо, спасибо, ура! Новый ритм грядет, без бабу, большерукий идет на поэзию бабу, солнцеворот в его ворот, слышал, стало, ну, затапливать город, нежное сало, ухватимся под задористе, за канаты снов, вира, принимай гостей! Мы солдаты слов! Лира! Это мое стихотворение. Ну понятно, под Маяковского. Ну неважно, как бы. Я им хотел на самом деле открыть вручение, но все идет так немножко спонтанно в каком-то смысле. А вот теперь настал тот момент, когда вы, дорогие поэты, присядьте, чего вы как боитесь, стоите. Да. Конечно. Присаживайтесь. Девушки на коленях. Присаживайтесь, чтобы вам удобно было. И вот сейчас настал тот момент, когда мы готовы, представляете, вот, я не знаю, вот собрать этих людей сейчас в одном, вот здесь, это уже событие даже без всякой премии. Вот, потому что это, я считаю, это звезды нашей сетевой современной поэзии. Вот. И вот теперь настал тот момент, когда вы докажите нам, пожалуйста, что вы вообще поэты и умеете... Как бы вот вас, конечно, назовут лауреатами, но за что? В том числе и за то, что вы умеете выступать и быть интересным большим залом. Пожалуйста, Саша Бес. Творение прочитаю, да? Поэм. Татуировка на сердце. Татуировку на сердце можно? Чтоб не забыть. Сердце ведь мышца, не кожа, поэтому будет болезненно сложно. Пусть будет сложно, главное, чтоб навсегда. Так вы согласны? Да. Мне вас немного жалко. Как вы сказали, жарко. Да-да, сегодня особенно жарко, лето же. Поздняя осень. 8. Да, несомненно, 8. В 8 мне надо уйти, чтобы забыть по пути. Все? Я закончил. Уже? Мне было вовсе не больно. Будет, когда захотите свести или попросту выжечь. Выжить. Да, остается лишь выжить. Завтра всего лишь суббота. День я потом на работу, боль утолит в заботах. Что это я вдруг? Мне пора. Лето ведь, солнце, жара. Вдруг разрыдалась, ушла. Боль собирается по крупицам. Странные люди, птицы. Саша, Дэн! Спасибо, Саша. Ну, наверное, после лирики надо что-то такое драйва. Арсений Арс Пегас, Арсений Молчан. Щекот конем сделал, да, действительно.
Можешь, женщина. Ну еще пройдись раз. Вообще не тормози, давай. Я открываю рот. Вы открываете Хеннесси. Я самовлюбленный урод с комплексом неполноценности. Здравствуйте, давно не видели вас. Будете читать про зеленые пятна. Я просто поэт Арспегас. Если вам непонятно, мне надоели пересуды об алкоголе и о наркотиках, тоже надоели. Я понимаю, вокруг много боли, но послушайте, в самом деле Будда не сидел на героине, Христос не пускал по вене. Я запутался, где же свиньи, в зале или на сцене. Я бисер мечу отчаянно, сам бисер тоннами жру. Я Каин, обнимающий Авеля, и я никогда не умру. Улыбается Моррисон в ванной. Высоцкий дрожит со шприцом. Повсюду одни наркоманы, поэты и отчий дом. Кровь пульсирует в венах, орут под ногами могилы. Зеленые пятна на стенах. Я зову тебя, милый, и я продолжу орать. Я продолжу идти вперед. Я не отступлю ни на пять. Я не закрою рот. Иначе все это фарс. И нет дороги обратной. Я просто поэт Арспегас. Если вам непонятно. Арспегас, спасибо. А, тут цветы дали. Ну хорошо, дарите цветы. Можно было при вручении дарить. Кто следующий? О, Надия Даричук. Милости просим. Ну что ж, добрый вечер всем. Спасибо огромное, что в нашей жизни еще существуют такие сумасшедшие, как Владимир Антипенко, который всех нас здесь собрал. Давай. Группа «Теория». Да, собственно, не группа теории, вернее, группа теории, естественно, но важно, что творчеством ведомые. Я хочу прочесть всем вам, молодым и те, кто, может, себя считает не таковыми, но я думаю, что все, кто здесь собран, чувствуют, что в нем еще кипит кровь. Так что мое произведение будет сегодня называться «Молодость». Тексты плакатов о правде давно не несут себя. Вера стесняется плакать и платит сама за себя. Культура против культуры. А нам говорили, что за. Из подвалов скромным изгоем поколение нам смотрит в глаза. Молодость, идеалы, бой. Рассказ о справедливости мира давно не стоил тех слов. Вера всегда так красива. Но жизнь стремится в любовь, и все, что не станет светом, мы просто оставим с собой. Пусть вечно ищет ответы молодость, идеалы, бой. Выбор, цели, свобода. Время играет слова. Мы старше эпохи, но кто-то видит в себе лишь себя. Молодость знает ответы. Пусть каждый идет за тобой. Жизнь возрождается светом, где молодость, идеалы, бой. Спасибо. И всем вам. А кто следующий? Володя, огласи. Мне Остоган звонит, он не может найти нас. Сейчас. Он следующий. Сейчас я объясню. Спасибо. Сейчас я скажу. Значит, господа, а кто следующий? А что вы что тихие такие? Да за что мы вам премию даем, а? А что, нельзя вот взять и самому взять инициативу в свои руки? Кто следующий? Я следующий. А, о! Семен Исаев! Миллиарды живущих на доллар в сутки, единицы живущих на миллиарды. Я однажды дождался своей попутки и уехал туда, где поют цикады. Мне не надо мобильного телефона и с последней работы рекомендаций. И тем более социума ОМОНа. Мне достаточно будет моих акаций, потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на. Потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на. А хотя живу я не в палатке. Я живу на Байкале и на Урале. Я живу в Коктебеле и в Семизе. Но в моих путешествиях нет морали. Просто я безнадежно тащусь от жизни. Я не пью, не курю и не ем таблеток. И не требую подвигов от народа. Перебесится общество малолеток. Я умру неизвестно какого года. Потому что я умру в палатке. На-на-на-на-на. Потому что я умру в палатке. На-на-на-на-на. А хотя умру я не в палатке. Я зайду высоко-высоко на гору. И расправлю палатку свою как парус. И тогда, и глаза закрою. По небу покатится мой Икарус. Он покатится
прогуляться по переулкам рая. Мне квартиры, коттеджи предложат массу, только я ни секунды не выбирая, поверну на кольцо, а потом на трассу, потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на, потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на. Илья, ну идите сюда. Вы уже герой, я же вас озвучил на сцене. Вот. Пожалуйста, вот стул есть. Присядьте, пожалуйста. Сейчас мы скоро объявим. Значит, и сидят тихо, хорошо. Владимир Антипенко будет читать. Нила. Пожалуйста. Стефания Данилова. Всем добрый вечер. Меня зовут Стефа, друзья мои зовут меня покурить и выпить. Я не знаю, с этой ли я земли, но каждое слово мое как выпад. И сегодня прочитаю про реформу орфографии, про ошибки, которые всех уже порядком достали. Мне сейчас не звонят, а звонят. Сахар в чай не кладут, а ложат. Винни стал наркоманом Вонни, говорящим без гласных, боже. Щеголяют в осенних польтах. Спорят, чье из них красивее. Я пульнула бы из бронспойта, да достать его не сумею. На метре ко мне приезжают и в кине целоваться хочут. Пацаны не совсем въезжают, что заклеить бы рты им скотчем. Интересно, им платят много? В котелок, что почти не варит. Я пожертвовала бы хот-догом и купила бы им словарик. Пьют они дорогое кофе. Я по жизни люблю дешевый. И мужчину, которому пофиг на сердечко мое большое. Он сводил бы меня в кино и ходит в черном пальто и ездит на метро. Только я все ною, потому что мы с ним не вместе. Не звонит он на мой мобильный, на который десятки звонят. Я с улыбкой ношусь дебильный, если он обо мне вдруг вспомнит. А забудет, пойду по следам же дорогого Кобейна Курта. Застрелюсь, или лучше даже, отравлюсь питьевым йогуртом. Спасибо! Спасибо, Степания Данила. Хорошо. Все? Все? Ой, еще есть. Михаил Безликий. Давайте авангарду. Авангард. Привет, привет, друзья. Я не целовал тебя, не теребил губы, ты к себе подпускала едва ли. Как получилось, сам не пойму. Короче, поэту не дали. Михаил Безликий! Я понял, что Андрей Орловский не будет выступать, раз он сидит. Я? Да. Интересно. Милая, милая барышня, вы для меня ненарочно. Было на сердце славишно, стало на сердце тошно. Утром разбудит очередь, кто здесь последний к сердцу? Милая знать не хочет, не открывает дверцу. Я могу долго читать. Знаешь, у нас в театре поэтов не просят слова, а берут его силой. Перебивай меня и бери силой слово. Ты в театре поэтов сейчас? Андрей Орловский, выхватывай микрофон смело. Всем добрый вечер, я поэт из Одессы. И меня зовут Андрей Орловский. Жизнь без обиды и гнева бессмысленна и бесцельна. Как взгляд потухшей звезды, как солнце, отказавшееся сиять. Спрячься холодное, сбей прицел огнестрельное. Всю вину я беру на себя. Я виноват в миллионах голодных. Я виноват в сотнях тысяч пропавших. Я чумой и бичом народов был палачом всех и чужих, и наших. Чья-то жизнь искрится и тухнет в спальном районе за гаражами. Я был обоймами в Приднестровье, в Сербии выгнутыми ножами. Норд-Ост, Беслан, Тегеран, Косово. Пытал, минировал, убивал просто так. Я вся кровь на руках фанатов. Я, спаливший два города, атом 41-45, я возглавлял мясной цех. Без разбора, в кровавую баню. Христианин, буддист, мусульманин, старый дед и ребенок малый, я вырезаю всех. Я присваиваю себе вину за отчаяние, за каждый грамм в тротиловом эквиваленте, за каждую убившую пулю. Ваша жизнь испорчена мной до самых основ окончательно. Время начать другую. Злость разъедает людей, как финка распарывает брюшину. Нечего больше злиться и мстить. Пусть свою душу мир залатает. Давай, планета, любите женщины, мужчины, будьте мужчинами. Я сознался уже во всем и нечего искать виноватых.
как возвращающиеся с трех смен домой, черные, сажей зачеркнутые рабочие люди, смоем всю копоть, всю гарь, всю боль. Второго шанса у нас не будет. Станем чище, откроем правду. Станем светом, забудем тени. Возьмите за руки всех тех, кто рядом. Возьмите за руки всех тех, кто рядом. Возьмите за руки всех тех, кто рядом. И пусть так будет, хотя бы мгновение. Андрей Орловский! Супер! Вот сразу видно, профессионал, человек и поэт. И все умеет, и может. Все, а теперь у нас марафон объявлений лауреатства. Значит, ситуация в том, что нет-лауреат по итогам интернет-голосования был известен уже заранее, то есть сегодня утром. 21 тысяча человек проголосовало, между прочим. Что? Ну, извините, конечно, это уже дело там. Все вопросы. Докажите сначала это. Насчет почему 21 тысяча ВКонтакте проголосовало? Там, а как там? Там нельзя накручивать. Можно накручивать, только мне нравится там под фотографиями. Нет, ребята, нет, там все четко было. Ну, мы не будем это обсуждать, вот. Но ситуация в том, что нет-лауреатом стал поэт Семен Исаев. Семен Исаев! А где фанфары? Чего вы спите? А, прошу прощения. Семен Исаев! Господа, Семену Исаеву дарит картину Борис Филиппов «Боря, выходи». Эту картину уже в интернете увидела, я думаю, миллион человек не меньше. Вот. Борис Борисович Филиппов, тот художник, чьи картины вы наблюдаете вот здесь, вот в соседнем зале. Можно и дальше. Да. И также Боря еще... Васильевского острова. Она называется Ирисы. Ирисы. Вот. Смотри, как. Смотри. Да, Борис Борисович Филиппов еще подарит огромную картину главному победителю. Вот. Вот. Ну что, вы пожали друг другу руки, там все, да? Подождите, стоп, а вдруг все неправда? Достаньте, пожалуйста, Боря, достань, пожалуйста, диплом. Вот оттуда, из черного ящика. Хорошо. Первый, сверху, который один. Читай, Борис. Победитель интернет-голосования за настойчивость, упорство и любовь к интернет-пространству. Спасибо. И любовь к интернет-пространству! Президент Акимика, а вы же точно цветы-то кому? Цветы, чьи? Да? Хорошо. Спасибо, Борь, мы вас еще позовем обязательно. Да. Спасибо. Все, молодец, Семен! Ура! Семен приехал из Белоруссии, он белорусский поэт. Я так. Хорошо. Олег Горкушин, Олег, можно вас? Вот у меня просьба. Вы можете вот в этот ящик 4 сразу туда погрузиться, так сказать, и достать сразу 4 диплома. Сразу. Только пока ничего не смотрите и не говорите. 4, да? Значит, дорогие друзья, ситуация такова. Любое соревнование, любая премия – это всего лишь игра. Так же, как тысячная доля секунды, когда спортсмены на Олимпиаде, вот тысячная доля секунды, да, что-то имеет значение. Вот в том голосовании, которое было у нас, иногда были и тысячные доли секунды, имеется в виду уважаемых членов жюри в их душах. Вот. Но сейчас мы назовем тех людей, которых уже оргкомитет премии, имеется в виду и члены жюри в том числе, назвали и считают достойными и рады, если эти поэты будут нести знамя именно почет лауреатов Всероссийской премии. Послушайте имя Любимира Хлебникова и их имена назовет Олег Горкуша. Здрасте еще раз, вот много людей-то. Так, значит, диплом почет лауреата Всероссийской премии имени, соответственно, Любимира Хлебникова. Я на свет выйду, то без очков не очень хорошо вижу. За свершение в области продвижения поэзии к людям награждается поэт Семен Исаев. О, опять Исаев! Молодец.
Дело в том, что... Беларусь! Я за тоже. Дело в том, что в прошлом году у нас Арчик был поэт, триумф-лауреат. Но он же стал и нет-лауреатом. То есть нет-лауреатство — это такое дополнительное, это зрители как бы выбрали. А здесь уже кто жюри. Спасибо, Семен, классно, супер. Я тут без шапочки буду, хорошо? Ну, в смысле, читать буду без шапки. Награждается за свершение в области продвижения поэзии к людям поэт Андрей Орловский. Спасибо. Дальше. Так, дальше. За свершение в области опять же продвижения поэзии к людям награждается поэт Михаил... Михаил Безликий! Так, дисконтные карты. От гостиного двора. Ну и последняя грамота, диплом. Надежда Дорючук. Спасибо. Ну, с меня стих, да? Или два? Два. А мы знаем, или домой? Да? Нет, ну, мы знаем, что вот ты сейчас посмотрел поэтов, да? Да, посмотрел. А теперь ну, вот хорошо. Ты... Давай, не тряхни, а именно, теперь ты это докажи. Это правильное выражение. Докажи просто. Ты теперь, что ты тоже поэт. Да? Случай. Ну, я первый раз слушаю, что я поэт. Спасибо. Она смотрела на мужчин без осмысления причин. И взглядом очень тонким колола их иголкой, и делала прически, и мерила наряды, и жгла свои расчески, чему была и рада, вела свои записки, и там стихи писала про счастье и риски, и свет большого зрала. Во сне была актрисой, и красотой душила, и старые кулисы с печалью долго шила. Спасибо. Я все-таки, да. А это стихотворение немножко, ну не знаю, реклама или реклама. В декабре, с 12 декабря в кинотеатрах России, наверное, как мы сейчас называемся Россией, да? А вот, выйдет новый фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу», в котором мне посчастливилось участвовать в главной роли. И там прозвучит, там, скажем, некая песня вот на это стихотворение. Спасибо. Я стоял на углу двух главных улиц практически в полночь. И мысли за мной тянулись, как старая сволочь, преследуя тень мою, душа в спину. Нелепо подошли ко мне мужчины, и с дрожью в голосе и в руках я в их глазах увидел страх. Каково же было мое удивление, что это всего лишь злое похмелье. Я дал им денег, чтоб не испытывали муки, а один из несчастных поцеловал мне руки. Спасибо, счастья, здоровья, поэтому славы! И еще раз кому доброго. Спасибо, Олег, огромное, спасибо. Ну да, тоже поэт. Чего ж. Людям нравится, значит, поэт. Ну вот видите, какая история-то осталась. Кто же? Их трое. А можно Алексея Нилова на сцену? Алексей Нилов, вы в зале? В зале. Алексей, выйдите, пожалуйста. Вот, сейчас я вам дам микрофон, но перед этим можно фанфары и в черный ящик Алексей дипломчик возьмет. Один. Поэт Арт Пегас. За свершение в области продвижения поэзии к людям оригинальность идей. Поэта! Это лауреат премии, послушайте имени Хребникова Арсений Молчанов, Арс Пегас. Эго! А вот теперь смотри, вот тебе тоже микрофон. Можете пару слов пообщаться? Вот писатель, читатель. Вот писатель или поэт? Поэт. Если пишет, то писатель. Ну, все мы немного писатели. Я не так прочитал, да, это эго, говорят. Важно, хорошо. Я то, что внизу сразу, по сути. Нет, эго. Начинается сверху. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Алексей, вот когда ты смотрел, как тебя встрегал? Я чаще смотрю на женщин.
Арт-Пегас хорош. Я имел в виду досье. Я сказал, что я очень с опаской отношусь к общественной деятельности и резким движениям, поэтому я больше так в лирику. Хорошо. Арт-Пегас выступал сейчас. Да. Как вам понравилось? Да, я говорю, понравился, но как бы это не, не мое. Супер, а в искусстве должно быть так. Да. Одно нравится одному, другое другое. Так и должно. А кто из жизни тебе больше впечатлил? Вот милым дамам, которые две остались, я как раз поставил высшие оценки. О, спасибо. Алексей Милов! Спасибо. Нет, спасибо большое, очень интересно, что так много народу собирается и обсуждают вот такие, казалось бы, на сегодняшний момент для некоторых людей, политических и общественных, неважные вещи. Мне очень приятно, что на таком уровне все проводится. Спасибо. Спасибо, Алексей. Мы очень рады, что вы нас посетили. Спасибо. И особенно то, что вы у нас член жюри. Ну что, Арсений, поздравляю тебя. Ну не уходи, пока иди в зал. А фанфары можно, вот когда я объявляю что-нибудь, там иногда включайте так потихонечку, ладно? Хорошо. Вот видите, как осталось-то? Совсем немного. Ой, даже не знаю. А можно вот Алексей Германович достанет следующего лауреата из ящика? Алексей Германович. Диплом драма лауреата Всероссийской премии Ильмира Хлебникова награждается за свершение в области продвижения поэзии к людям и яркость сценического образа поэт Саша Бес. Саша Бес! Фанфары надо тут, фанфары! Сейчас, секунду, все, спасибо. Вы общаетесь? Скажите друг другу. Так нет, я просто очень рад, что вот именно такая вот удивительная женская лирика, которая... Да, я знаю, я что это слепой, что ли, был? Так вот, мне кажется, что вот это очень важно, вот такая вот искренность, такая девичесть, такая женственность. И вообще, мне кажется, что то, что здесь происходит, происходит удивительно. Я никогда не думал, что у нас такие поэты, я никогда не думал, что такая подача, такая энергетика. И вообще, мне кажется, я поражен. Спасибо большое, Володь, за то, что меня вытащил. Спасибо огромное всем, что это вообще можно увидеть. А вам втройне. Браво! Ура! Я буду вместо фанфар. Ура! Саша, можешь что-то сказать? Слов нет? Хотела победить, конечно, я понимаю. Очень приятно на самом деле. Драма лауреат, это, ну, это классно. Это. Спасибо. Спасибо. Саша Бес, драма лауреат. Дорогие друзья, на самом деле... Пусть она сидит сам. На самом деле, значит, сейчас вот как только мы объявим, мы еще не знаем, кто, конечно, триумф лауреат нашей премии, но как только мы его объявим, тут же мы в зале раздадим листочки, где будет указано все данные, кто за кого чего проголосовал. Вот. За кого Юрий Юлианович Шевчук, за кого Алексей Германович Лушников, за кого Дмитрий Полковников, Герой России, он тоже сегодня пришел к нам. За кого? Вот, да, очень приятно. И вот, вот все наши... Вот. Я вот перед каждым, кто был у нас в жюри и сейчас находится абсолютно перед каждым, готов вот так вот по 5, по 10 минут постоять на коленях, если хотите. Вот, за то, что вы сюда пришли, честно. Вот. Хотя бы по 10 минут. Вот. Слышите вот то, что сейчас происходит. Да, но у нас есть традиция уже, она уже третий год почти, вот сейчас будет скоро. И традиция такова, что... Главного победителя, триумф лауреата нашей премии вручает, объявляет писатель Илья Стогов! И тут я хотел бы один комментарий сказать. Илья, выходите, пожалуйста, пока. Дело в том, что Илья Стогов – это тот человек, благодаря которому в том числе произошло то, что мы сейчас наблюдаем в моей жизни и судьбе, лично в моей. Меня зовут Владимир Антипенко, я руководитель театра поэтов «Послушайте» в Санкт-Петербурге, президент Всероссийской премии «Послушайте» имени Велимира Хлебникова. Это все я. И поэт еще сумасшедший человек. Вот. Но вот именно
благодаря ему, это правда. Кстати, благодаря Алексею Лушникову тоже имеется в виду, когда вот слушаем передачу. Но именно Илья Стогов, почему-то, я не знаю почему, как я его не позвонил, он мне все время говорит, я готов там все открыть, и он вот все время с нами. Ну, он сам скажет. Чего скажу? Слушайте, ну что могу сказать? Ну, да, сейчас прочитаю. Ну, вообще, хотел сказать, что, ну, трудно поверить, что поэт может быть какой-то заметной фигурой, типа там, времена не те. Поэт, ну, как бы, как, насколько мне отсюда можно судить, там, в Москве это такой, ну, скорее, абсос такой. Не очень как популярный человек. А у нас вон такой вот живильный есть Володя. Я вообще предлагаю все время, ну, Антипенко, что это за фамилия? Нужно взять псевдоним Антипенко, допустим. И было бы лучше уже. Прошло 100 лет. Надо взять фамилию Антипенко. Я Антипенко. Да. Не, не надо Антипенко. Ну, как бы, да, поэты, вот, девушки. Хорошо тут у вас вообще, ну, правда, зашел, прям порадовался. Ну, вряд ли у поэтов когда-то будут деньги. Зато будут восхищенные взгляды девушек, а у девушек восхищенные взгляды вон Антипенок. Ну, как бы, вообще нормально, мне кажется, получилось, не правда? Если согласны, ну, поаплодируйте, что ли. Ура! Читаю. Диплом «Триумф лауреата Всероссийской премии имени Велимира Хлебникова». Награждается за достижения в области привлечения внимания общества к поэтическому... Блин, Володя, ты же поэт, ну чё ты... Написал бы, ну там, типа, девушка красивая, да, вот, ну как, было бы хорошо. Тем не менее, за достижения в области привлечения внимания общества к поэтическому труду, за оригинальность и яркость идей, за вклад в развитие современной поэзии, поэт Стефания Данилова. Стефания Данилова! Фанфары давай! Слава. Блин, нужно, конечно. А вот говорите, да, спасибо. Богу, мама. Стеф, ты не ожидал. Подожди, я не уходи только, ради бога. Стеф, ты не ожидала? Я вообще этого не ожидала, честно говоря, потому что я с самого начала голосования как посмотрела своих коллег, я сразу поняла, все, Арс Пегас выиграет, стопудово. Потом вчера на это голосование продуло. Слушайте, в жюри одни мужчины, но какой Арс Пегас? Ну я голосовала за него, обычно голосую за себя, но я очень сильно уважаю творчество этого поэта. Вот, ну на самом деле, выиграть эту премию было, конечно, моей мечтой, но я вообще этого не ожидала. Я не ожидал, никто не ожидал. Но есть жюри, которое так выбрало. Пожалуйста, раздайте листочки вот эти с голосованием жюри в зал. 100 штук их напечатали. Сейчас раздадут. Дорогие друзья, спасибо. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Стэн, давай стих, ну-ка. Сходу, давай, быстро, счастье у тебя. Давай! Сейчас, секундочку, он не берет трубку, он не знает. Бери парус одинокий. Нет. Поздравляю. Ура! Сейчас. Как? Любой, давай. Нормально, как вы. Тоже как-то нормально. Он не берет трубку, потому что я ему не звоню. Он не пишет мне писем, потому что я не прошу их. У него есть Джек Дэниелс, девочки в стиле ню. И еще ему с неба подарили звезду большую. У меня есть глаза, меняющие окрас, сигарета в зубах, на коленях следы падений. И большое-большое сердце ему как раз. Только он никогда, никогда его не наденет. Спасибо! Стефания Данилова! А вот теперь... Все, уже скоро все закончится, но на самом деле, вот именно теперь, сейчас наступил тот момент, самый главный, то, ради чего все это и происходило, а именно начало процедуры вручения главного приза Всероссийской премии. Послушайте имени Велимира Хлебникова! Я не понял, Аши, где приз вообще? А музыки нет, да, у вас? Вы без музыки такие? Хорошо! Да не надо фанфар уже! Идите встаньте на сцену, не надо, встаньте на сцену, пожалуйста. Вот здесь плотненько встаньте, пожалуйста. В два ряда, в два ряда. Кто-то наверх. Я режиссер еще теперь буду.
имеется в виду. Вот. Кто-то наверх, поднимите картину, чтобы видно было. Вы тоже, Влад, наверх, встаньте, пожалуйста, наверх. А, встаньте, да, встаньте наверх. Так, подождите, а я что-то не наблюдаю еще одну картину. Ага. Во! Выносите. Сейчас мы будем объявлять, кто и что. О, Бориса Филиппова картина, большая, огромная. Так, ну вы раздвиньте, чтобы видно-то было, художники. Эй, чуть-чуть подвиньтесь, пожалуйста, туда. Нет, а вы вот сюда. Прекрасно. Хорошо. Вы сами понимаете, господа, что нужно объявить тех людей, кто меценаты, художники, они и так ищут меценатов, чтобы у них покупали там картины. А художники еще сами, меценаты, они взяли и подарили, вот согласились главному победителю, вот этому человечку, шляпы, в данном случае уже, подарить наши картины. И я все-таки хочу назвать наших героев. Олег Прегнер есть в зале? Олег, поаплодируйте, пожалуйста. Олег Прегнер. Илья Шевуров! Но его нет в зале, к сожалению. Александра Невская! Покажите, встаньте, покажите, чтобы зал увидел. Встаньте, пожалуйста. Вставайте, пожалуйста, когда я объявляю. Игрок. Выше. Александра Невская! Саша, где вы? Вот эта женщина прекрасная в золотистом кафтане. Александра Невская. Анастасия Нильская! А это сам художник держит. О, сам художник здесь на сцене. А. Инна Зюзина! Можете вот так вот. Вот сюда поставьте. Лена Данилова! Лена, это ваша работа? А где Лена Данилова? Есть в зале? Она из Волгограда не успела доехать. Хорошо. Евгений Антипов, покажите, пожалуйста. Евгений, Женя, вы где? Евгений вообще он член жюри нашей премии. Ника Сафронов. Никас пришлет нам привет. Вынесите альбом, пожалуйста, Никаса Сафронова. Альбом Никаса Сафронова вынесите, пожалуйста. Альбом Никаса Сафронова. Я просил, пожалуйста. Хорошо, я тогда озвучу. Это альбом. Там находятся картины Никаса Сафронова и написано художнику слово от художнику живописи. Вот что-то в этом духе. Его так и не вынесли. Хорошо. Ну вынесут. Стефан, мы тебе его сейчас подарим, отдадим. И Борис Борисович Филиппов специально для премии. Кого забыл? Ой! Владислав Прилепский! Это сам художник. Владимир Горохов! Поднимите, пожалуйста. Володя, где ты? Горохов, ты в зале, я знаю. Володя, отзовись. Где ты там? Володя, вообще нормально. Твою картину здесь показывают, а ты там где-то гуляешь. Наверное, хорошо так. Владимир Горохов! Вот его картина. Спасибо. Он тоже член жюри. Ну вот. А вот то большую штуку нарисовал Борис Борисович Филиппов. Боря, выходи. Сюда. Собственно, вот тебе и слово, и ты еще член жюри. Ну, ребята, я бы это вообще-то. Когда пишет, рисует, творчеством занимается, он же человеком не становится. Он снимает с себя кожу, он снимает всего, все с себя снимает и остается плоть и кровь. И когда все это выкатывается на холст, потом он как-то приходит в себя и уже, ну, становится человеком, но не сразу. Вот. А тот, который внутри у него, тот, я даже стихи свои написал по этому поводу, не суть. Где-то начало всех начал, постигла мысль до пирамид, лучисто солнце, луна, печаль, биение сердца,
шелест лист. Пауза. Остановка, замри, водопад бесшумно плывет по небу облаком белым. Случай, случайность. Молния мысль замерла, где-то реальность звездою с рассветом ушла. Потеряно время, часы, тикают пение сердца, а тот, который внутри любит, чарует и сердится. Вот это посвящаю поэтам и всем творцам, которые по-настоящему. Боря, когда ты ее нарисовал? Как пришла, так и вышла. Да ладно, за этот месяц. Ну что, я не знаю. Если вы говорите о том, как я прикоснулся на холст и потащил, 3 дня. Вот, а потом уже все. Это же понесется и все, несется. А потом раз, и ты уже там и здесь и там. Спасибо. Трудно говорить о творчестве, поверьте мне. Верю. Но сейчас я пока я сейчас с вами. Спасибо. Борис Филиппов! Кстати, вот его картины там висят вот в галерее. Это и тоже его живопись. Боря, вот я перед тобой все-таки встану на колени за то, что ты вот эту штуку делал. 10 минут стоять не буду, но встану. Вот. Спасибо, Боря, огромное. Ну, я думаю, ты сам знаешь, мы с тобой уже давно это как творцы дружим и все остальное. Ну вот обещанный Ника Сафронов альбом. Да. И я прошу Арс Пегас, идите сюда, Арсений Молчанов, иди сюда. Арс, и расскажи, как ты картину Никаса Сафронова добывал в Москве? Да, я сходил в штаб-квартиру Никаса Сафронова, лично меня встретил, напоил чайком, хотел угостить тортиком. А потом я вез эту картину в час пик в московском метро и все проклял, потому что я боялся, что ее просто не довезу. Но, к счастью, она обрела своего нового хозяина. Вы вместе выбирали? Да, выбирал, я ее выбрал сам. То есть, он виноват в том, что выбрано здесь. Это, вот все шишки на него. Да ладно, хорошая картина. Все картины. Я тогда в рот сдуру. Если мало. Что? То все шишки будут тебе. Это ты выбрал. Понимаешь, в чем дело? Если бы, допустим, ты выбрал другую картину, то Стефании бы досталась другая картина. Логично. Вот так умудряешь. Хорошо. Стефаня, давай пару слов, что скажешь? Пару слов? Я даже не знаю, что сказать. Я еще тут отхожу от слегка культурного шока, но, пользуясь случаем, объявлю, пожалуй, 2 таких мероприятия, на которых меня можно будет увидеть завтра и послезавтра. Завтра и послезавтра я выступаю в кафе «Кипяток». Как раз с людьми, непосредственно касающимися этой премии. Итак, завтра мы выступаем с почетным лауреатом Андреем Орловским. Где он? А он стоит вот там вот, да. Можете ему похлопать на самом деле. Андрей, не грусти, я думала, что ты выиграешь тоже. Спасибо. Я еще не закончила. 11 числа мы выступаем с членом жюри Солой Моновой. Имеет право. Давайте ей похлопаем, она замечательная, я очень ее люблю. Также у меня с собой есть, ну, где-то штучек 5 моих книжек. Кого вдруг заинтересовало, подходите, можно их будет приобрести с автографом. Спасибо большое. Подожди, это еще не конец. Присаживайся там. Ты можешь пока картины порассматривать, кстати. Итак, господа, вы знаете, что сегодняшнее вот музыкальное оформление, вот то, что сейчас вы слышали в начале на пианино и саксофон, это были пианист и музыкант, композитор Василий Шишкин и саксофонист джазовый Михаил Чернов, дядя Миша. Давайте поаплодируем за то, что они это все нам помогли здесь и так все. Мы все делаем своими силами. Выйдите, пожалуйста, сюда. Василий Шишкин. Дядя Миша. Скажите свои добрые слова нашим ребятам. Ребята, говорю вам добрые. Вы все замечательные. Вся эта великолепная семерка. Вы все друг друга стоите. Вы потрясающие, и я вас люблю. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы есть.
Спасибо, Дмитрий. Это был Михаил Чернов, экс-саксофонист группы ДДТ. И вот настал тот момент, когда я бы хотел позвать сюда Ольгу Алексеевну Маландину, представителя Елены Григорьевны Тропеко. И тоже есть какие-то слова от Елены Григорьевны. После этого мы услышим послание от Юрия Юлиановича, как раз Шевчука. А сейчас послание от Елены Тропеко. Добрый вечер. Всех поздравляю с праздником. Хочу сказать, что Елена Григорьевна до последнего момента, она член жюри, как вам известно, до последнего момента собиралась приехать, но, к сожалению, не смогла. Но, знаете, не хотели мы писать телеграмму, это было бы, наверное, очень банально. То, что вот я хочу передать от нее огромный привет, поздравления всем победителям, то, что на самом деле она очень щепетильно относится к этой премии, к этому событию. Сегодня получился праздник, я шла, и я, честно, не ожидала, что здесь будет столько молодых, горящих глаз. И мне кажется, что есть победители, и действительно поздравляют всей души, но побежденных нет. Нет, все побежденных. Да. Вот, и поэтому действительно у вас большое будущее. Хочется пожелать всем креатива, всем удачи, ну и... А главное — любви. В жизни так у нас много прозды. Хочется поэзии, хочется тепла. Любви всем, счастья и удачи. Спасибо. Спасибо. Это было послание от Елены Григорьевны Тропеко. Ну и, собственно, кстати, и от Ольги Алексеевны тоже, в том числе. Она, между прочим, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Вот. Еще у нас сюрприз есть. Готово? Слушай. Ребята, а что же вы не проверили-то, а? Вы так делают вообще, а? У вас был... Звука вообще нет? Включайте как-нибудь. Ну, это не моя вина, ребята. Я честно, Юрий Ильянович честно обсудил, вовремя позвонил. Я с ним договорился, что он нам скажет какие-то слова, он их сказал. Вот. Знаете что, я опубликую это в интернете. Мы все в интернет ходим. Вот. И в интернете можно будет услышать послание Юрия Ильяновича к нашему лауреату. И спасибо Юрию Шевчуку за то, что он с нами. Вот. И еще у нас есть подарок от Константина Григория Андреевича Пшенко. Константин Андреевич, выходите. Мы все-таки решили, что подарки все должны доставаться главному нашему победителю, а именно вот этой девушке. А вы знаете, что Стефании 18 лет вообще-то? Спасибо большое. Вы знаете, на самом деле у меня уникальный подарок. Вы все знаете это здание, где работает Таврический дворец, да? Вот, как дворец Потемкина, как начала работать первый российский парламент, да, вот, ну сейчас, конечно, парламентская ассамблея, а на самом деле это поэтический дворец. Именно здесь 100 лет отмечали Пушкина, именно здесь был конгресс поэтический, когда было 200 лет Пушкину, поэтому я думаю, что 300-летие со дня рождения Пушкина мы снова отметим в Таврическом дворце, и вы там обязательно будете. Если я уже к тому времени меня поднесут, вот, я вам вручу подарок. Так что поздравляю, желаю вам успехов, творчества, благополучия, ну и всего самого доброго. И можно вас поздравить? Спасибо, Константин Андреевич. Хорошо. Еще у нас подарок от журнала «Золотой червонец». Монетка нашему лауреату. Триумф лауреату, его вручает член жюри Валерий Пресняков. Собственно, он и директор «Золотого червонца». Пожалуйста, на сцену. Фанфар нет, Шевчука там делают, что-то получается. Знаете, это единственный меркантильный подарок на этой сцене. Он маленький, коллекционный, очень, очень дорогой. Монетка.
метка с специальным сертификатом подлинности из очень драгоценного металла. Спасибо. 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 И также где полет на спортивном самолете, журнал «Авоська». Вот я с «Авоськой» ходил. Где она? Вынесите, пожалуйста. «Авоську». «Авоську» в студию. От журнала «Авоськи» тебе есть сертификат. И как бы ты полетишь со своим другом на спортивном самолете. Вот. У меня такое ощущение, что меня бросили все. Я один здесь. Вот. И поверьте мне, что эта «Авоська» была, меня кто-то видел с ней. Там есть этот сертификат. Правда. Вот. И еще какие-то подарки. Вот. Мы их обязательно вручим, может быть, тогда в начале второго отделения, да, чтобы это самое совместить. Кстати, во втором отделении наши поэты будут выступать, и будут еще выступать разные группы, коллективы, и потом наши лауреаты уедут на машинах, на мотоциклах, поедут по Невскому, на Дворцовую, будет шествие с флагами и так далее. Что? Это к тем, кто пока мест только на лауреатов, к сожалению. Вот. Но если там есть одно местечко, почему бы нет? Можно вот Алексея Германовича попросить, он поедет тоже на своей машине вместе и повезет твоих друзей. Повезете? Главное не завести. Спасибо. И вот я бы хотел еще позвать Александра Абрамовича, друзья, сюда. Вот. Александр Абрамович, вот мы с вами знакомы давно очень. Вы меня знаете как гениального программиста в свое время, да? Вот. А я оказался странным поэтом. Вот. Я бы хотел, чтобы вы позвали, сказали пару слов вот от того, что вы сегодня вдруг остались. Вы хотели уйти, остались. Чтобы вы что-то сказали и в конце вашей речи позвали сюда всех финалистов на сцену опять. Окей. Ну, я таки просто вот ухожу через 2 минуты. Но как сценическое действие требует, что тот, кто начинал это все, то должен и закончить. Вообще не планировал говорить в конце. Стеф, я все-таки скажу, и на это меня подвигла такая история. 19 лет, 18, люди еще не всегда адекватно воспринимают действительность. Может быть, поэтому из них получаются хорошие поэты уже и впоследствии остаются. Я просто вспоминаю, такую историю есть. Я просто помню его хорошо. Был такой замечательный поэт, грузинский, надеюсь, все поймут правильно. Звали его Шантар Уставели. Он сказал, то, что спрятал, то пропало, то, что отдал, то твое. Я к чему говорю? Картин 10. А лауреатов еще, не получивших ни одной картины 5. Об этом стоит подумать. Спасибо. Ура! Раздайте, пожалуйста, ну, вот там лежит, неужели поэт? Нет, ну ты свой человек. Возьми, раздай. Да дайте мне посмотреть эти листочки тоже. Сейчас посмотрим. Так, спасибо, Александр Абрамович. Спасибо огромное. Вот. Все, все, сейчас мы уже завершаем. Совсем, совсем. Осталось совсем немножко. Пожалуйста, финалисты все, выйдите на сцену. Срочно, срочно все на сцену. Финалисты премии послушайте. Все лауреаты на сцену. Поздравляйте свою подругу, своего товарища. Вот. И мы, конечно, хотели бы сказать слова благодарности нашим партнерам, можно секундочку, тем организациям, которые, значит, благодаря которым все это тоже состоялось. Вот, в первую очередь, конечно, комитету по молодежной политике и общественным и взаимодействию с общественной организацией Санкт-Петербурга. Но я чуть позже озвучу это. А сейчас у нас есть, пожалуйста, Арсений Мерзаев. По крещению Арсений, по паспорту Арсений. Да. Сейчас мы должны вручить последний, как бы, дополнительный приз. Два слова о том, почему мы эту книгу вручаем и что это за книга. Это книга-альбом гениального русского поэта
Его книги изданы примерно на 50 языках и более 100 во всем мире. Дважды или трижды он номинировался на Нобелевскую премию. Это книга Геннадия Николаевича Айги, русского поэта, авангардиста, моего старого друга. 5 лет назад он ушел из жизни. И здесь есть и цикл стихотворений, посвященный Велимиру Хлебникову. И в свое время он был близким другом и Алексея Крученых, и Бориса Пастернака, и получил премию Пастернака. Так что читайте, радуйтесь. Это одна из культовых книг русского авангарда. Поздравляю еще раз. Спасибо. Арсений Александрович, член жюри премии, послушайте. И, дорогие друзья, у нас еще есть еще подарки от издательства «Евразия». Где ты, Владислав Трофимов? Влад! Владислав, тащи все, что ты принес, где оно? Пока ты идешь и тащишь, я прошу сюда выйти Евгения Антипова. Пожалуйста, Женя. Вот, на самом деле, Евгений художник, картины, стоимость работы которого оценивается десятками тысяч долларов, на самом деле, чтобы вы знали. Раз-два. Раз-два, и мне. Знаете, вообще феномен поэта состоит как бы из двух ипостасей. Собственно, первый и, наверное, самый важный, по крайней мере, по моим устаревшим представлениям, это текст. А второй — это подача. Вот то, что касается подачи, наверное, все вы где-то близки к гениальности, по крайней мере, вот, по моим ощущениям. Про первую часть мы опускаем, ибо у вас впереди возраст, годы, которые, надеюсь, вы проведете правильно, в правильном направлении. Наверное, во-первых, по-старчески это будет самая правильная рекомендация, да, сказать, правильным идти, чтобы шли правильным путем, товарищи. Между тем, я вот где-то, хотя тоже выбирал-то по гендерному признаку, чего уж там, потому что других-то критериев, по сути, не было, но где-то в глубине души я болел за представителей Беларуси. Потому что правильно мыслящие люди, я не распространяю это на всех присутствующих в зале, возможно, другие мнения, но правильно мыслящие люди России душой за Беларусь. Все так переживают не меньше, чем когда-то за Ливию или сейчас за Сирию. Ваша составляющая, я говорю о большинстве из присутствующих авторов, политическая или гражданская составляющая восхищает, да? Вы... У нас не лектории, Жень, давай быстрее. Я так думаю, может быть. Собственно, это все, что я хотел сказать. Все, что мы с Владимиром хотели сказать. Вот, и нам это удалось, по-моему. Спасибо. Евгений Альдива, спасибо. Что, у вас готов Шевчук? Врубайте, слушайте. Юрий Шевчук, послание политической премии. Послушайте имени Владимира Хлебникова. Слушай. Юрий Шевчук из Северного Камула. Хорошо. Сегодня, кто захочет послушать, пройдет к Алексею, вот он с ноутбука. В ноутбуке звучит, не идет на общий звук. Все. Ну что, я друзья, очень жалею, что не могу присутствовать при награждении замечательных ребят и девчонок, которые занимаются главным делом в этой жизни, творчеством. Мы сейчас находимся в Мордовии, где, кстати, так же, как и наши коллеги, читаем стихи, поем песни. Скажу вам, что это востребовано в стране. И дай Бог всем здоровья, удачи, всего самого хорошего. Как говорил замечательный Зощенко, невозможно, идя по дороге в мастерскую, исполненным творческих планов, пнуть собаку, а потом написать что-то гениальное. Поэтому всем желаю добра, добра, любви. Это сердце творчества. Спасибо. Спасибо! Юрий Шевчук дал вот такие слова. Вот. Кто не верит, позвоните ему, он подтвердит, что это было. Хорошо. Ребята, ну, постойте еще немножко, ладно? Все, осталось совсем немножко, особенно вот с картинами. Значит, господа,
поэтическая, Всероссийская поэтическая премия «Послушайте» благодарит своих партнеров, а именно УА «Большой гостиный двор», газета «Невское время», сетевой журнал «Город 812», журнал «Авоська Стайл», журнал «Золотой червонец», студия «Дизет Видео», телеканал «Вот», ваше общественное телевидение, интернет-телеканал «Искусство ТВ», ООО «Премьер Видео», театр «Фантазеры», центр поддержки современного искусства «Невский слон», театральную мастерскую Натальи Белех. Давайте поаплодируем этим людям. Авоська нашлась. Это авоська. Но теперь уже надо разбираться, где сертификаты, а где какие-то подарки. Сертификаты отдадим Стефании, а все остальное, ребята, вам отдадим. Хорошо, там еще что-то есть интересное. Так, и я хочу позвать все-таки Ольгу Король-Бородюк сюда. Ольга Король, выходите. Вот это та женщина, между прочим, без которой уж точно в этом году не произошло то, что происходит сегодня. Это она. Спасибо. На самом деле я рада, что у нас в Питере происходит такое событие. И я считаю, что мы все можем вполне гордиться тем, что мы сделали такое событие, которого нет нигде и не может быть. Потому что это чисто питерское явление. Ура! Ура! Спасибо. Спасибо. Это был продюсер премии Ольга Король-Бородюк. Издательство «Евразия», давай книжки раздавать. Ах, микрофоны мне нужны. Во-первых, мы адресные подарки приготовили. Нет, Володь, подожди, подожди. Давай быстрее только. Можно начать? Адресные. Вот это мы дарим, я дарю все. Это тебе. Во, Арс Пегас. Арс Пегас. На самом деле, Володя, ты спешишь. Давай быстрее, говори, что кому. Все, тогда раздавай. Я расскажу. А вот как повезет. Это еще не все, господа, товарищи. Хорошо. Есть еще подарки. У нас черный ящик был объявлен. Пришел кто-то с подарком, быстро, из зала. Какие жадные поэты! Какие вы все жадные! О, есть! Борис Боб Кошелохов, дедушка советского авангарда, а теперь уже российский авангардист, специально сделал... Как некие называются это принт-листы или что. Леша Смирнов, иди сюда, расскажи, что это такое. Объясняю. Вот с этой стороны, его рукой, он в зале где-то. Написано каждому лауреату именные штуки. Леша, выйди сюда, ну скажи из зала, что это такое. Алексей Смирнов, член жюри, но он еще дизайнер. Как объяснял Боб, это авторский репринт. То есть то, что будет в одном экземпляре напечатано и больше никогда. Он то ли стирает, и то ли больше никому не дает. Их много, рисует он их хорошо и с удовольствием. Но это авторский репринт, то есть это работа компьютерная, сделанная в одном экземпляре. Ну, то есть такое новое слово цифровой техники. То есть рисуем, но не копируем. Хорошо, спасибо. Сейчас я дораздам. Еще последнее. Есть у кого-то из уважаемых членов жюри? Что, давай, Арчи, выходи сюда. Триумф лауреат прошлого года. Его именем была названа улица в поселке Малый Петербург. Спасибо. Ну, у меня, значит, подарок триумф лауреату, как самому крутому. Вот, вот эта вот штуковина. Это железное сердце. Держи поэта, оно тебе пригодится. Я очень за тебя рад. Кто хочет микрофон? Я хочу. У меня микрофон. Тут лишний. Дай мне микрофон. На дедоречке. Боб Кошелохов, где ты? Вот он, господа. Вот этот человек каждому поэту подписал, там еще написано. Одному там герой, другому там упал, третий. Там что-то там разное всякое написано. Ну, все очень доброжелательно. Хорошо. Дмитрий, вам слово. Дмитрий Полковников. Герой России! Добрый вечер. Мне очень приятно присутствовать на таком знаковом событии. Ребята, всем вам, конечно, огромное спасибо за ваш талант, за ваше творчество, за то, что вы вот так вот честно, открыто несете, наверное, частички своей души в массу. Я хотел бы вам пожелать только движения вперед, только творческих успехов, чтобы вы нас чаще радовали. Удачи вам! Спасибо, Дмитрий! Еще раз хочу повторить последний раз. Есть еще в зале, у кого была энергия, но он не сказал, имеется в виду членов жюри уважаемых.
считать до трех. Вы не член жюри, к сожалению. Я во втором отделении дам вам слово. Боб Кошелохов, пожалуйста, хочет сказать. Тот самый художник-авангардист. Чем мне нравятся все поэты? Они все ищущие, а самое сложное – это поиск. За это я их благодарю. Спасибо. Все, значит так. Слушайте, а можем все дружно вместе, я сейчас закончу, имеется в виду завершу, а вы мне подыграете. Вы знаете такое слово «пока»? И «пока». Поможете мне? Хорошо. После того, как я это сделаю, значит, у нас будет перерыв 10 минут, и сразу начинается второе отделение, и после этого второго отделения этих людей увозят на машинах кататься по городу. Примерно так. Ну, имеется в виду торжественный проезд. Вот. Хорошо. Изабел Клэрформа, рыщущий! Аспер снова пропиши, Граль Кэлсуфр снова, Блив рассвет, Энде Пэля Савенова, Друг, поэт, делай бесконечным сердце, Су-су-су, вот тебе, товарищ перца, мой ответ не су, слабость заключай в колени, молока, радость поручай оленю, и пока! Все.